Новый сервис стал доступен гражданам, интересующимся возведением объектов на территории Московской области. Онлайн-трансляции в настоящее время ведутся со всех стройплощадок региона. За ходом строительства можно следить в режиме реального времени. Установленные камеры помогут снизить количество проверок, создавая эффект постоянного присутствия надзорного органа на стройплощадке. Кроме того, подключаться к трансляции могут участники долевого строительства.